Всем привет! Были какие-то доработки. Переделали мы подъем кузова. Сейчас покажу в движении, чего как происходит. Так у нас теперь легко выгружает. Заводские шестерни здесь все кончились. Поставили серву. Вот. Сделали вот такой рычаг. Сейчас сделаем упор, чтобы он у нас больше не поднимался. И теперь вот так тут он у нас. Выгружает. Подняли, опустили. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Но я думаю, что так намного сильнее он стал поднимать, что раньше грузили в него и что сейчас грузит. Всем до новых встреч!